Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Дроздов191, и это второе видео по прохождению флеш-игры Улитка Боб. Итак, первые 5 уровней пройдены, нажимаем «Играть», выбираем 6 уровень и поехали. Итак, наша улиточка пошла, здесь написано почему-то «Стоп». Нажимаем, что-то выпадает. Это, наверное, оп, ничего не получилось. Нажимаем сначала. Поднимаем повыше, выпускаем шарик, выталкиваем его, трехочковый, так сказать, нажимаем на кнопочку, и 6 уровень пройден. Так, следующий уровень, 7. Здесь, на первый взгляд, все просто, вот выход, но не тут-то было. Потому что сейчас, видимо, что-то произойдет. Вот. Какая-то, видимо, его так вот тянуть надо, чтобы растопить лед. Он влюбился в нее сразу с такими сердечками в виде зрачков. Лед растопили, упали. Непонятно куда. Видимо, он ничего не понял. Добавим скорость. Видимо, при нажатии вот этой кнопочки уберется вот эта балка, и мы вот этой вот фигне поднимемся наверх. Вот таким методом. Все. 7 уровень пройден, следующий уровень, уровень 8. Так. Так. Падаем. Здесь тоже все просто. Тянуть, нажимать. Вертеть. Все управление игры таково. Оп, ничего не вышло с первого раза. Все понятно. Нужно просто перетянуть вот эту штуку. 8 уровень пройден. Итак, следующий уровень. Уровень 9. Оп, тормозим. Проверяем. Пошла. Проверяем. Пошла. Проверяем. Так, сейчас синенькая. Пошла. Пошел, точнее, раз Боб, это вроде как мужское имя. Пошел. И 9 уровень пройден. В принципе, никаких заморочек. Просто нужно успевать. Опасно не трогать. Итак, видимо, вот это вот нам нужно столкнуть. Да, я прав. Все сталкивается. Это надо опустить, опасно трогать. Оп. Действительно. Опасно трогать. А что же нам нужно сделать в таком случае? Что-то у нас не выходит. Нажимаем снова сначала. Сталкиваем. Открылось. Но как нам туда... А, я догадался. Просто перекидываем. Итак, 10 уровень пройден. И на этом видео заканчиваем. С вами был Дроздов191. Также вы вот здесь вверху увидите ссылку на эту игру. Играйте, проходите. Очень весело. Мне нравится. До скорой встречи.